брат. Что там, не мешаешь фармить? Не по плану все пошло. Шел отсюда. Кусок. Радует, что нету крыс, которые курицу убивают. Это уже прикольно. Ну что, брат, что делать будем с тобой? За крипцов зайти, да? А давай-ка закусимся, мальчик. Все, я понял. Я понял. Ты жесткий. Все-все-все, тихо-тихо-тихо. Теперь вайпер без маны. 28 маны. Купил стик, принес. Он очень хочет выиграть мид вайпером. Брат, тише. Петушок, если хочешь, можешь прийти, мы этого дурака с тобой жарить будем. Сейчас я разминаю как раз. Хватит. Хватит. Тише. Оп. Так, интересно, вайперу помогать будут? А то я вижу, ему сложновато немножечко находиться на центральной. Нужен ганг. Так, луна сдохла. А зачем он 250 ставил? Непонятно. Так, пассивочка в ход пошла. Чё творит этот задрот на вайпере, а? Орешек за тупость. Так, я на швайн схожу. Так, чё по рунам? Руна вроде снизу. Окей. Так, я, кстати, больше не буду говорить, кого я буду пикать, потому что, я так понял, люди со стрима в край охуели. Теперь это будет загадка. Так, что у нас там? У нас регенерация, походу, была. Ну, может быть, конечно, он и на шрайн сходил, непонятно. О, ганги в мид! Вайперу тяжело. Нужна помощь. Давай его выжарим. Нафиг, суку эту. Будешь знать, как гангать богов на миде. Гоу шрайн нижний. Клокверкер надо шрайн? Блять, ну пока он дойдет, я, сука, вообще успею уже на базу сходить. А что если регенерация снизу лежит? А, дабл дэмэдж нашел. Бывает. Бывает, брат. Ха-ха-ха, полетел на гору. Ну стой тут, как мудак. Так, экспириенс. Экспириенс. Подходит. Так, там 6 стиканов. Бля, мне кураж не просто так, наверное, на магазине стоит. Не по фанчику ж. Так, ну там 8 стиков. То есть он там набирает жира себя, и убить его будет очень сложно.
На тебе болта за тупость. Шел отсюда. Опа, гангеры. Гангеры приходят. Все ок, брат. Ценю, ценю. Так. Так, ну ладно. Проверю удачу, схожу. Пока с удачей не очень по поводу нахождения рун. Но, может быть, настало время. О, моя руна. Как бы на любом герое. На любом герое всегда с удовольствием беру ее. Блин, и тут кентавры, и там кентавры. В итоге у них у всех магическая неуязвимость. Их убивать тяжело. Так, возвращаемся на мид. Твой перец уже шестой. Так, иллюзии не фидим. Фейзы купил. Это чтобы за дедом гоняться, брат? Или зачем тебе фейзы? Ну, обычно я на вайпера просто обычно ПТ беру, потому что когда я играю на вайпере, меня любят фокусить в пятером. Вот. Но этот парень, он, видимо, не сталкивался с такими проблемами, что тебя в пятером бьют. Ему нужны фейзы, чтобы гнобить. Блин, мне бы какой-то ганг мид, кстати, можно было вайпера убить. Потому что он такой, он тепленький. Тише, тише, тише. Злодей. Ну какой злодей на вайпере? А тут уже ганг-отряд просто стоит. Вайпер бежит. Хорошо. Все нормально. Не попал. Гоу пошранимся, парни. Только подождите. Опа. Что такое, брат? А вот купил бы ПТ-шечку. Глядишь бы и Зевс бы умер, и все бы могло быть немножечко иначе. Но у нас фейзятушки. Капельки нам тоже не нужны, мы же вайпер. Так, ну у меня есть хаста, это значит, что я 100% не умру. То есть, если вайпер начнет меня отравлять, я просто включу ускорение и уеду в панике. Так, косарик появился. Косарик появился, это квейлу. Так, это минус. Давай пробовать, я готов. I am ready, ready. Вот так вот. Вот так вот и бывает в жизни. Собирайтесь к святыне. Поехали. Го-го-го. Зачем капельки, если можно пассивку в 4 вкачать? Ну, с капельками ты не умрешь вообще. А без капелек можешь умереть. Золото надо. Блядь, ну я б тебе, блядь, ну пиздец. Я б тебе банку отдал, ты бы хотя бы мне ее наполнил уже. Магнум. Брат, катись отсюда в своем шарике, пока не поздно.
Опа. Интересная заявочка. Парни, понимаете, да, к чему я клоню сейчас? Это ульт в крипа был. Это кровавая баня, брат. Парни. Может быть, андеда убьем все-таки? У меня все есть. Бля, у него капли. Короче, мне похуй. Всё. Это был мой план. О, капли купил. На ошибках учатся. Ты еще фейзы продай, ПТ купи. Тогда вообще будет красиво. Брат, я в спине, и я готов. Опа-па. Опа-опа-опа-па. Парни, я врываюсь. Там вайпер, вайпер, там будет. Килл, килл, томба. Факин щит, ассаса. Томба. Супер. Сосать, мистер Сайленсер. Кто там куда еще есть? Где, не? Не. Вот эту штуку сбить. Го-го. Супер. Let's push. She goes front. Не понял. Поехала. Можно мне инвиз? Не, нельзя. Парни, хотите проверочку сделаем сейчас одну? Проверим вайпера вообще на наличие ума. Или ушей. Не, не проверим, его вообще нету. А, у них Сларк еще есть. Лол, я забыл. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Парни, это ужин был. Кто пушит? Как там чувак на вайпере? 0-4 выступает в миде, да? Это называется карма.
Хотел на вайпере побахать, да, брат? Играй и получай удовольствие. Моё. Хэль. Го-го. Это ты настоящий? Ты уверен, что ты настоящий? О! Сейвирую. Сларк топ? Не попадешь паунсом, брат! Что там? Здорово! Ну я все, наверное, но оно того стоило. Сларкевича убили! Ачивку получили. Замечательно. Сларк Shadow Blade. Ну это понятно, рано или поздно он бы появился. Опа! Клака. Брат, капли забыл. Надо капли купить. Иначе все будет плохо. Вызови скелета, прошу тебя. Ты тупой? Ну, дебил. Вызовешь скелетов сегодня? Алло, Мудислав! Ой, все, иди. Кажется, я понял всю суть. А, худецкий подъехал. Знаете, у меня ощущение, что я с ним один на один играю. Просто худец купил. Все, Зевс не опасен. Так, ну... Ой. А что там летит? Ой-ой-ой-ой-ой, парни. А у нас-то с вами проблемки. У нас-то луна, мистер и миссис Мудак. По-моему, оказывается. Не, ну у нас Клокверк что-то может. Там артефакты есть, вся надежда на него. Хорошо. Заслужил попить. Чё такое? Чё, Клок?
Ну кровь ему надо дать и убить его нафиг. Почему он еще жив? Хукшот на уровне был. Как и луна. Как и я, наверное. Все, я попробую, конечно. А, на мне лапки висят. Тогда пробовать не нужно. Парни, есть информация, что если не попадать хукшотами и... Ладно, луна признала, что он плох. Значит, не буду продолжать. Блин, самое печальное, что у меня сейчас все хуже и хуже будет. Потому что сейчас идут драки 5 на 5, в которых юзается глобал. Когда юзается глобал, мне... Зевс ульт нажму. Гуд ульт. ВК музыка не транслируется, и чё? Сейчас попробую. Ну, если и сейчас не транслируется, то сорян, парни. Значит, сегодня без трансляции музыки ВК, но сейчас, по идее, должно все быть нормально. Should fight. We need... Yeah, go, go, black second. Вот фокусить вайпера, это, конечно, провал. А, я болтом не попал, поздравьте меня. Ну, я вторым попаду точно. Ну как вы понимаете, это как снайпер. Первый выстрел мимо, а потом уже попадаем. О, а сколько бабок-то было заработано, а? Бабок-то было заработано немереное количество. Блин, надо было мне в этой игре купить метаж. Так, что будем делать дальше? Вообще, мне надо два артефакта. Мне надо блинк. И мне надо, скорее всего, какой-нибудь юльчик, чтобы снимать глобал. Ну и после юльчика можно еще и на блинке куда-то сваливать. Начнем, наверное, знаете с чего? Начнем с юльчика. Играем с Ивова, то есть блинк, ладно, блинк это такое, там начинается драка, в меня прыгает Сларк с инвиза, там какие-то яды от виномантика, хотел сказать, от вайпера начинаются, поэтому блинк это такое, начнем с Ивова. Блин, у нас луна, помните, да, кто? По-моему, мудак. То есть, как бы, по-моему, 3-7 на керри выступать. Это не солидно. О, кентаврики. А сейчас покажу, как стакать правильно. Смотрите. Вот за тьму умею стакать. Изи. Изи стак. Ты себя вспомни. Да, я на луне тоже могу. Но просто когда я играю на луне, за мной гоняются всей командой. Он умирает в соло.
Либо он умирает в жопе в какой-то. То есть, когда ты умираешь в соло здесь от пятерых противников, я-то в соло умираю вот тут, в лесу где-нибудь, когда за мной просто бегают. А он в соло умирает вот тут. Вот просто сюда не надо ходить, и тогда все норм будет. Я на луне, да, я тоже могу подфидить. Это ж как бы... Это классика. Slurk is here. То есть сейчас будем следить за луной, и давайте наблюдать, где она умирает. Просто чтобы понимать вообще. Это иллюзия, это очевидно. Но шрайн нажать можно. Отлично, сыграно. Вот так вот. Good job, team. Блин, а прикиньте, что будет, когда я на 20-м возьму талант, плюс 75 к урону от первого скилла, если мне сикер даст лапки. Это я тупо первым скиллом буду мочить по 500 под вейлом. Здорово. Блин, странно, что за игру я ни одного волшебства не нашел еще в этой игре. Ну, то есть я даже не видел, появлялось оно или нет. Ну, по всей видимости, оно на топе сейчас. Первое волшебство, 28-я минута. Потому что, ну, это было очевидно, так как ни одного волшебства за игру нет. Пора, пора. Так, Blade Mail на андеде. Блин, был бы Минас, у меня бы уже 20-й был. Я бы уже взял свой любимый талант. Парни, можем воевать, кстати, я готов. У меня 18-й волшебство, все вообще на уровне. Го-го-го-го. Там хаста снизу лежит. Го-го-го, пуш-пуш-пуш-пуш-пуш. Там шрайны пошли юзаться. Гоу тир 2. Оу, тир 3. Везлуна.
Ну, странно, очень странно, мне это не нравится. Сейчас кто-то умрет, либо я, либо петух. Го-го-го, топ, я... Так, сейчас надо хасту урвать и поехать уже с ребятами. Yes, of course. Slark Shadow Blade. Хороший лут, пацаны. А, я все, приехал. Что-то вы какую-то херню делаете. Вообще полнейшую херню. Пошли нафидели все. Хуй, блять, вас слушать, блядь. Нахуй вы пошли на Т2, пиздец. Ну а кто говорил на Т2 идти? Это Луна моргал? Эти буржуи, блядь, ебаные, пиздец. Русского, походу, кроме тебя, что ли? Ох уж эти буржуи. Блин, ну сейчас бы Луну 3.8 слушать, я бы таких не слушал, капитанов. Вообще, на самом деле, есть один косяк. Луна, походу, не знаком с Блейдмейлом на команде противника. То есть, когда Луна ультует, и у Луны нет БКБ, и Андед включает Блейдмейл, то у Луны горит задница. Но ничего. БКБ на Сларке 10-секундная. БКБ Сларк 10 секунд. Новенькая. Только приобрел. Надо 20-й где-то апнуть, это очень важный момент. 20-й уровень на Зевсе. 75 урона от первого скилла, это очень сильный буст в драке. То есть я там за драку могу уж раза 4 его дать, это уже будет минус какой-нибудь косарь хп на сайленсере. И не только на сайленсере. На всех. Fight or no? Need focus silencer and easy fight. Вот это вот мальчика без фокус. Kill Tomba. Струй. Назови трех сильных героев в данной мете. На мид, на фарм и на саппорта. Кого ты сильным считаешь? У Пидоров Кабачка. Сейчас разберемся. Сильными, слабыми, со всеми вообще будем разбираться. Подожди, кто еще там? Вот этого мальчика убить. Давай, я верю в тебя, брат. Good job. Go push. Так, значит, вот Donation пришел вот прямо в замесе такой качественный.
Алёша, спасибо за полтишок. Три сильных героя на мид, на фарм и на саппорта. В общем-то, на мид. На мид. На мид, на мид, на мид. Ну пусть это будет, я не знаю, на мид много героев сильных сейчас. Это инвокер, ладно, это Тинкер, это СФ нормально себя показывает. Тот же ДК, тролль, тут нельзя, тут сложно назвать одного. На керри, опять же, это тот же тролль, та же луна. Ну, понимаешь, сейчас все зависит от пиков твоей команды. То есть и луна может заходить на керри, и джаггер может заходить, и тролль может заходить, и спектра может заходить. Все зависит от того, какой пик у противника, какой пик у союзника. Вот и все. То есть именно одного героя на все случаи жизни, что ты его будешь брать в каждой игре, и он будет идеально подходить, такого нету. Вот. И то же самое касается суппорта. Да. То есть что ЦМ-ка, что Винга, все эти герои могут разваливать в определенных пиках. Поэтому как бы одного героя назвать действительно сложно. Как бы Сларк это понятно, это само собой. Сларк в любом патче это сильный герой. Поэтому Сларка даже можно и не называть. Это просто, ну, дефолт. Не понял. А, с меня вывалилось. Нави Вин 3.0, парни, ну что я могу сказать, новая эра. Луна, тейк, плиз. Аэджис. И погнали, парни, по топу, наверное, закончим эту игру. О, Шрайн. Шрайн килл. Подпивчик. Так, я пока что настроюсь в тревела. Конечно, не особо мне верится, что я успею их доделать, потому что мы идем в последний пуш. Последний пуш! Го-го-го-го-го! Кто там был? А, ты здесь, сори. Опа! Блинкаут! Ну, Луна, ты пушить будешь, или ты с Аегисом из камеры, или я должен подойти башню бить? О! Тут все как. Не-не-не, это все, ребят. Видели? Это пул Сларка, если что. Я просто дал нижнюю и верхнюю. Это получилось половина Сларка. Ах ты, Педик. Педик, сука. Блейдмейл включил. Так, а четверых в одной игре кто? А, так это я четверых в одной игре убил.
Ого-го! То есть, понимаете, да? Даешь Сларку верхнюю и нижнюю, и половина Сларка куда-то исчезает. Как, в принципе, сейчас Тускар исчезнет. Он будет катиться, ну, был бы он умным, он бы на крипа выкатился. Но... А, тут минус Клокверк, может быть. Блин, странная какая-то луна все равно. То есть как бы чувак всю игру фармит леса. Наш керри. В итоге у меня на Зевсе 25-й, у чувака 23-й. По артефактам у него их вообще, ну как бы... Какие у него артефакты? Боевых артефактов, то есть для драки каких-нибудь, по сути, нету. Нету бабочки, нету ничего. Есть просто манта на выживание, есть БКБ на выживание и Маднес непонятно для чего. Ну, наверное, Маднес для скорости фарма. Но что-то по его артефактам не видно, что скорость фарма у него присутствует. Ой, волшебность. I take, yeah. Let's go, парни, сразу. Я с волшебством, я сейчас буду каждые 0.84 выдавать тонну дэмэджа. Смотрите. We should go around the base. О. Все, парни, отбой. Гоу, лапки, и поехали. Do not fight now. Wait for clock. No fights. Ну, я не знаю, что-то не то, по-моему. Go back. Please go back. I'm back. Вот он, наш керри, сука. Он даже драться не хочет, по-моему. Ладно, Луна, ты фармани хотя бы что-нибудь себе в жизни. Подожди, они думают, они запушат дядю Зевса? Ни в коем случае. Короче, я не знаю. О, знаю. Это сейчас будет вот так вот происходить. Го-го-го, он один тут. Сать, мальчик. Go back, go back. Как-то все, как-то все, да столько все, вообще происходит. И парень с камерой бегает, сука, снимает. Стоп файтинг! И он вот так вот, знаете, как это происходит с его глаз? Он вот так вот бегает и... Blood Seekers up, we go as fast. Yes, I'm going to see that shit. Go as fast. Продай Аквилу, Олух, и купи бабочку. Go as far. Не, он не додумается, он не сможет.
Все-таки 4700 рейтинга слишком мало для такого супер мува. Гемчик. Чувак, это гемчик. Пора драться, Луна. Ломай бараки. А вот этого убить мы можем? Или опять я должен это сам гоняться за вайпером? Ладно, пробуем так. О, нет. Сложно. Олег, ты бухой? С чего ты взял? Я стримлю, сижу 5 часов, никуда не ухожу и ничего не пью, кроме сока. Блин, что-то мне подсказывает, мне надо было взять талант не на 200 к дальности, а на плюс 2% от статик филда урона. А то что-то дэмэджа не хватает. Не, ну бабочка появилась, это уже... О, теперь мы в скаде идем. Ну, как бы... Не знаю, я бы на его месте просто сделал бы сатаник вместо вот этого говна. Зачем тебе скади нужно? Там сайлентер бьет тебя по 500 урона уже. Зачем тебе статы? Там вот сайлентер, вот такой вот парень интересный. Wait for Swiss, then go as far. Так, ну у меня байбек есть, это, конечно, все замечательно. Но мне почему-то кажется, что пора заканчивать эту игру. Уже самое время продать аквилу и закончить. Ну что, мы, может быть, let's go 5 man dota, roshan, no roshan. Ух, ёпта, что тут за пати? Как можно было не попасть с хукшотом? Не ясно. По-моему, сейчас кто-то умирать будет. Иллюзия. Можешь позвать ее на помощь. Короче, я буду стоять сзади и просто наколдовывать. Так, вайпер-то вообще плохо. Ладно, поехали. Дайте ультануть. Понял. Луна в БКБ сзади бегает с камерой, да? Сувай. Парни, вы чего? Тяжело. Тяжело. Так, ну сало без байбека. Это радует. Манта есть, манта, хорошо. Блин, ну почти. Ох, какая же офигенская шпиля. Единственное, я вот не знаю, вот понимаете, как проверить, насколько у тебя нормальный керри в команде. То есть, когда у тебя луна на 50-й минуте, имея мега крипов, заходит к врагу на базу, имея 150 крипов союзных, не может убить команду врага, это хуёвый керри. Вот. Если надо выехать, душ, блядь, надо.
Подождите, он отменил телепорт. Понимаете, он настолько хуёвый, он байбекнулся, продал ПТ, купил тревела и не смог сделать телепорт. Понимаете, вот как бы порог его хуёвости. Его нету. Как бы ниже спускаться, опускаться некуда. Это самое дно, парни. Это самый низ вообще. Ниже все. Ниже. Крипы выиграли игру. То есть, и сейчас мы заценим, сколько у этой луны ПТСиков. Ну, чтобы так, для развития. 4500 рейтинга, парень. Дай бог, если это его рейтинг. Уже будет хорошо.